Зажигают наши девушки и в Indian Wells. Виктория Азаренко вернулась на корт спустя 8 месяцев. А вместе с ней вернулась и Серена Уильямс, которая стала мамой. А вместе с ними и настоящий теннис, по которому мы так соскучились. Наше представительство в США получилось солидным. Кроме Азаренко, в основной сетке оказались Арина Соболенко и Александр Соснович. Азаренко начала достаточно уверенно, не оставив шансов Хизер Уотсон. Традиционно для Виктории на корте было много криков. Сложно представить, как она скучала по любимой игре 8 месяцев, когда снималась с одного турнира за другим. Виктория не скрывает, что рада вернуться в тур, но сейчас куда важнее понять, каков уровень игры Азаренко. И Indian Wells – отличное место для этого. Здесь собрались сильнейшие, некоторые, как, например, Гарбинье Мугуруса, Йоханна Конта, Мэдисон Кис уже пали жертвами сенсации и завершили турнир. Но большинство лидеров пока в деле. Турнир для Виктории особенный. На данный момент она последняя теннисистка, кому удалось его выиграть дважды. Для меня значит очень многое находиться здесь, играть, наслаждаться моментом и тем, чем я занимаюсь. Я рада снова играть, это потрясающе. Я уже подзабыла, как это — находиться на корте и испытывать столько эмоций. Но матч со Стивенс показал все проблемы, которые сейчас есть у Вики. Физическая форма не оптимальная, теннисистка не успевает к мячу, много рискует и поэтому не попадает в корт. Огромные проблемы есть на своей подаче. У Виктории пропал инстинкт победителя. И сама она говорит, что пока не может сосредоточиться исключительно на теннисе. Александра Соснович еще в игре. За выход в четвертый круг белоруска поспорит с Каролин Возняцки из Дании. Арина Соболенко после невероятной победы над 18-й ракеткой мира Светланой Кузнецовой уступила восходящей звезде из Чехии Маркете Вондрушевой. Хотя сама Арина сейчас тоже входит в список теннисисток, которым прогнозируют большое будущее. Сейчас Соболенко вместе с Азаренко продолжает выступление в парном разряде. Следующие 3 недели в теннисе будут очень жаркими. Не случайно связку турниров в Indian Wells и Майами называют мартовским безумием. И сейчас с нами на связи Арина Соболенко. Неожиданно видеть тебя в парном дуэте с Викторией Азаренко. Достаточно интересное решение. Чья была инициатива? Да, честно говоря, я сама не ожидала то, что сыграю пару с Викой на таком крупном турнире. Инициатива была, честно говоря, я не помню. Мы просто не расписались с ней, не знаю, неделю, наверное, за 2 до Indian Wells. И я не знаю, я решила спросить, не хочет ли она со мной попробовать пару сыграть. Она сказала да. По-моему, инициатива была моя. Спасибо, Арина Соболенко, о турнире в Indian Wells, где все самое интересное впереди.